Всем привет! Помните меня? А про подарки не забыли? Я объявляю розыгрыш закрытым. Сегодня у нас очень необычные соперники, ведь активное участие приняли и мужчины. Видимо, хотят вручить еще один подарок любимой женщине в этот замечательный весенний праздник. Красивые стихи, интересные факты, милые поздравления. Было очень трудно выбрать, но я смог взять себя в руки. Я объявляю победителей. Итак, Манук Газарян, вы снова наш победитель. Мы были рады видеть вас в наших рядах. Пользователь Аленка М. с таким крутым поздравлением присоединяется к победителям. А тройку лидеров закрывает Ольга Теселкина с душевным поздравлением девушкам. Чтобы забрать свои призы и подарки, просто свяжитесь с нами. Вся информация указана под видео. Милые девушки от редакции телеканала «Саратов-24», я поздравляю вас с Международным женским днем. На крыльях весны прилетел на нашу планету главный праздник всех женщин – 8 марта. Желаю милым дамам в этот светлый день только радостных вестей, приятных сюрпризов. Пусть в ваших глазах огоньки счастья зажгут любимые мужчины своей заботой, добротой и поддержкой. Здоровья вам, цветущего и неувядающей красоты!